методы давления уже не работают. Члены остатков незаконных армянских вооруженных банд формирований в Карабахе, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, отказываются нести службу на боевых позициях. Как стало известно, «Калибр АС» из военных источников, марионеточный режим пытается привлечь к службе так называемых в кавычках «добровольцев», используя различные методы давления. По поступившей в редакцию информации, многие военнослужащие запаса, привлеченные к сборам на территории города Хан-Кэн-Ди, отказались выполнять приказ о выходе на боевые позиции. Наряду с этим, из-за нехватки воды и продовольствия на постах в направлении населенных пунктов Ханабад, Сардаркент и Пирляр, около 40 в кавычках добровольцев самовольно покинули место несения службы. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.